На выставке «Идиллии» каждый посетитель может найти ответы на свои вопросы или, например, узнать что-то полезное с точки зрения творчества. Так сделали студентки Петрозаводского государственного университета Диана Кваша и Александра Сергеева. В городской выставочный зал девушки пришли в рамках пленэрной практики и отметили, что знакомство с такими работами не пройдет бесследно. Здорово подметить такой стиль, что бывает вот такая легкая манера письма. Как минимум, интересно это увидеть, может быть, даже применить. Мне нравится пастозность. Выставка «Идиллии» создана в рамках проекта «Мастерская художника». Гостям представили работы московского мастера Игоря Орлова, который, как отметила куратор выставки Ольга Томпсон, относится к тем художникам, которые меняют мир. И хотя картины путешествуют по разным городам России, в столице Карелии они заиграли иными красками. А у вас очень чистый воздух, и совершенно по-другому выглядит живопись. Вот это прям удивительно даже. И вроде как, ну вот ничего не происходит, те же самые работы, но они по-другому, они вдруг наполняются воздухом. Сам автор на открытии выставки не был, но приехал его друг, фотограф Рауль Скрылев, который своими работами погружает зрителя в неповторимую атмосферу мастерской художника. То есть каждый художник, он отличается от другого. Поэтому как бы вот с человеком таким, с таким внутренним миром всегда, в общем, интересно посмотреть, а что у него внутри вообще, и какая у него мастерская. Познакомиться с творчеством народного художника России можно в городском выставочном зале Петрозаводска до 21 июля. Любовь Цыганова, Дмитрий Вилинин, служба новостей.